Всем добрый день. Сегодня уже 28-е. Время, день. Мы с братом только в 4 утра разошлись. Пытались еще хлеб печь. Ничего у нас не получилось. Ну и, естественно, утром проснулись в 12. Но я вот в 12 встала. Собираемся за грибами. Но гремит гром, и вчера был небольшой дождь, молния. Сейчас через полчаса выдвигаемся за грибами. Грибов очень много. Вот сосед сегодня приходил, Юрий Николаевич, целый такой пиалу большой лисичек принес. И огурцы надо собрать. Ну, потом поужинаем сегодня у бабушки, у маминой мамы. День рождения, Царство ей Небесное. Так, сейчас я принесу и буду собирать огурцы. У нас тут за домом, по пути покажу. За домом такая куча большая земли. В начале сезона всегда заказываем, привозят. И вот оставшаяся рассада, которая была, мама на этой куче вокруг посадила. Посмотрите, что выросло. Оставшееся все подряд. Помидоры. Такие хорошенькие. Ой-ой-ой. В общем, все в помидорах. И черри. Все-все-все вот так. Много помидор в этом году будет. А это кабачки. Ой, колючие. Ой, цукини такой хорошенький, маленький. Вы знаете, второй день. Такая духота. Я к соседке сегодня с утра заходила. Она говорит, спать было невозможно. Все окна, и у меня все окна были открыты. Прям встаешь, все мокрые встали. Прям вот парит. Скорее бы уже этот дождь так хорошо пролил. Где Сережа? Сейчас попьем чайку и пойдем. Столько еды осталось. Я не знаю. Ну просто вот накрывали, потому что у мамы юбилей. Ну, чтобы красиво было, понятное дело. Все такое самое вкусненькое, хорошее. Ну, я вообще 2 кусочка мяса съела. У меня с непривычки, ну, у меня заболел желудок. И картошку, которую я уже 100 лет не ела, эту вилочку салата. Все, все, все осталось. Целый холодильник. Я сегодня его разбирала, потому что в нем даже места не было. Вентилятор включили. Вот сосед принес лисички. А это, Сереж, что за гриб вот этот? Белый. Это... 2 белых и лисички. 2 белых и лисички. Такое яркое солнце вышло. Сейчас покажу, какой мне брат выдал для похода в лес специальный нож грибника. Вот. Срезаешь, говорит. Сейчас, Сереж. А это щеточкой очищаешь. Говорит, без свистка не пойдешь. А я не знаю, как одеваться. Такая жара. И надо набрызгаться. Ну, что делать? Сначала собирались прям по открытой местности, он говорит, до озера. 3 километра. Но так не хочу 3 километра идти. Вот сосед за 5 километров ходит на велосипеде, туда подъезжает. Сейчас. Ну, рубашку, наверное, закрытую. Собираемся, как будто я не знаю. Ну, все. А мы пойдем с корзинкой или с пакетом? В карманы будет. Ну, сначала чай вот. Из Шри-Ланки я привозила, вот мы заварили. Хоть попробуют. Мам, в доме молока сколько? Иду собирать огурчики. Ку-ку. И полей заодно. Столько дел. Мы вообще выдвинемся за грибами сегодня. Или нет. Еще крыжовник надо собрать.
Ну, поехали. Эти длинные как, аж закручиваются. Колючие все. Господи, а я не могу его вытащить. Вообще не могу. Как так вообще? Ну, ломать на выброс никак не получается. О, обдирается. В парнике вообще еще жарче. Представляете, какой он длинный. Это... А колючий до такой степени, что в руках держать больно. Ух, какой. Да, будет достаточно. Ой, еще столько будет. Если что, там брат подвезет. Давай. Измерить хочу, даже интересно. Давай самые... 42 сантиметра. Да, пап, нет. Так, давай отсюда. 46. Нет, 45 получается, да? Вот этот, я говорю, 45. Ближний. 42. Этот? Да. 43 получается. Да. Ничего себе. Нормально. Папину рубашку надела, турецкую. А, я ну... Ой, свисток же здесь. Прям в пору. А Сережа вон джинсы в бане нашел 20-летней давности. Пойдем красавцами. Мам, мне нужны носочки, наверное, ХБ еще. Мам, свободно. Но это все, что ты нашла. Это вообще улет. Точно, Сереж, там никого нет? Не, нормально. Нормально. Противоядие от гадюк. Давай чем-нибудь брызнемся. Вот, обшикивайся, вот. Вот стоит с красным этим. Вся по кругу. Почему так темно, Сереж, здесь? Вот красный перед тобой, прямой. Прям вот этот? Да, именно этот. Столько несправедливости. От комаров и клещей, да? Да. От всего. А. Столько несправедливости? Да, пап. Дантес попал, а памятник Пушкину. Да, да. Я поняла, тебе под ним вниз надо футболочку одеть, а здесь расстегнуться, если я все начал. Мама, в такую жару еще футболку. Я в этой рубашке. Нет, давай я или платок, или бейсболку. Нет. Так пойдешь? Да. Так, Сережа выбрал. Есть. Ну что это? Красную. Есть из Вьетнама я привозила. Это привозила. Ой, все, а все, вот все в бейсболках. Не вот, будет. Ашановский, да? Вот такой, да? Вьетнам. Два. Вот, а что, с пакетом пойдем? Вот, Сереж. Пакет, ну с корзинкой. Дурачок. Корзинку? Кстати, у тебя ноги не будут? Корзинка. Не будут, пап. Нет, дело не в этом. Но она баб... Наконец-то. Ворота открывай. Открывай ворот. Ку-ку. Скоро придем. А у тебя тоже Вьетнам, ты просто перевернул. Да. Мы уже их собрали, пап. Все, выходим, иначе мы, правда, никогда не выйдем отсюда. Да мы сейчас придем. Да и как сейчас? О, сам-то сколько прощается. С нами свисток. Нам это хороший маслет. Ты зачем так ногой-то? Ну, маслета мы не собираем. Слушай, я поняла, мы ничего не собираем. Только, ну ладно, ладно, мы просто около дороги выходим в лес и решили ничего тут не собирать. Ну, мусорка. Вот, видишь, что грибок. Слушай, грибы есть. Да. Обычно вообще ничего не найти. Это мы только с дачных участков выходим. Фига. Только вошли в лес. Сережа нашел. Подосили. Давай пойдем, я за тобой иду, ты я ничего не вижу. На голове, вот он. Может, рядом еще есть? Шикарно, видишь? Шикарно, шикарно. Пойдем. Ты что я нашла? Сереж, давай. Слушай, а как ты проходишь и ничего не видишь? Я же за тобой иду. Смотрите, мой первый гриб. Беленький. Боже, я нашла гриб. Такого, в принципе, не могло бы быть. Причем он вообще как новый. Ну, да. Смотри, какой. Прям картинка, да? Ну, чистый. Вообще. Нормально? Да, отлично. Ну, поздравляю уже. Ура! Мы только вошли.
Смотри, какие грибы. Земляника еще есть. Правда, немного, но она хорошенькая. Видите, я помню, их ели. Ну, хорошенькие же, давай возьмем. Нет. Нет. Ну, хорошие какие. Да нет, не здесь, там мы их не. Ладно, мы собираем только белые грибы. Белые под... Вот какой-то, я сначала подумал, что кто-то его кинул, а потом смотрю, а он растет. Ой, а чуть он такой, правда, кривой. Он растет, посмотри, кривой какой. Посмотри. Как огурцы в пернике. И он тут не один. Закрученный. Посмотри, он еще, посмотри, какой. Чистый, свежий, да? Крепкий такой. Ну, белый есть белый, подумаешь, кривой. Посмотри, он весь хороший. Классный. Просто его дерево заставило так деформироваться, да. И, Сереж, здесь тоже все в чернике. Поляну нашли черничную. Ух, какая прелесть. Какая вкусная. Очень много ее здесь. Червяк, змея маленькая, точно. Ну, за... И она что-то ела. Она вообще жива? Нет, уже все. Это маленький змееныш. Такого цвета. Твой родственник. Я тебе сейчас... Твой родственник. Пока я сейчас снимала цветочек, остановилась. Смотрите, что я нашла. Сереж, давай посмотрим, что за гриб. Да, сейчас это... У тебя нож. Давай. Что это? Беленький. Белый нашла. Что да? Это? А, не, это этот, польский. Я не знаю, что. Польский, хороший гриб. Как белый. Да? А, да, вот он, видишь, такой, это польский гриб. Как хорошо, может, рядышком еще есть. А, Сережа, точно, смотри. И вон еще. Да? Посмотри. И здесь маленький, и здесь. И здесь давай. Я их обычно... Ну ладно, возьмем. Ну, давай возьмем. Там пойдем, сейчас тебе покажу. Да? Иду. А что такое? Боровичок. Смотри, какой боровичок нашел. Слушай, а я когда последний раз вообще видела боровики? Вот этот боровик. Тугой, хороший. То, что здесь какой хорошенький. Проходил только что. Угу. Иду просто, дорога лесная. Иду просто, и да. Смотрю, что тут. Боже мой! О, ой! Еще... Я аж на колени встала. Он еще детеныш что-то. Это у нас что? Подосинник. Кто? Подосинник чистенький, хороший. Он в твою руку, Сережа. Ну ты сейчас смотри, у него еще дрожь. Маленький. Ой, как мне нравится грибы собирать. Ой. Это что я вижу? Белый. Только хотела отойти. А, подберезник. Подберезник? Но он ну что значит обычно? Давай хотя бы грибы уж собирать. Ты видишь, только белые. Какой-то он труханский. Да? Не, уже ну, начали. Не, ну а когда без рыбы и такие берутся. Да, мы в зараженных лесах. Мы в зараженных лесах. Под Припятью. Вот такие у нас образцы. Слышишь, какой гром? Хорош, посмотри, что я нашла. Что за гриб? Подберезник. Да, подберезник. Подберезник? Или мне, да? Смотреть надо, смотри, и вот, смотри. Сейчас. Да, сыроежек очень много, они прям вот по всей дороге. Пойдем, да, начинается дождь, гром домой? Такой. Вообще. Домой, это ваши сыроежки, да? Или походим сейчас? Ну, походим сейчас немножко. Дождь собирается. Ну, ушла. Все уже так потемнело. Так потемнело и такой ливень. Собираемся домой. Такой, что он тут? Он такой крепенький. Беленький.
белый гриб. Подходим уже к нашей деревне. У меня рубашка и брюки мокрые насквозь. Издалека красиво. Настоящий гриб. А вот этот рост, посмотри как. Хороший. Все, мы гриб дома. Я его нашел, валяется. О, что мама мне уже приготовила. Чистый весь. Я потому что мокрый все насквозь. Ну такие халатики вообще домашние. Мам, а где, откуда ты вообще такие халаты взяла? Класс, Сережа, красиво. А? На развале. В Дикси на развале. Ну для дачи. Сережа, вот природа. Ну как? Такой чисто деревенский стиль. Волосы все мокрые. Надо чай горячего попить. Все, ну все сырые насквозь. Ну все. Показываю. Ну мы были недолго, конечно. Мы не туда вглубь прям совсем не ходили. Да, под осиновичек. Угу. Прям буквально полтора часика. Ну все. Всем хорошего вечера. Ух. Знаете, помните, я покупала в этом, в глобусе, трехлитровую банку шиповник. Вот сейчас налила, пробую. Ой, какой вкусненький. Не помню, какой был раньше в детстве. Пили же мы шиповник. Но этот вкусный, мне нравится. Все, и нам хорошего вечера, и вам хорошего вечера. До следующего видео. Пока.